Июнь 1935 года, англо-германское морское соглашение. Но вот пока Франция договаривалась с СССР против Гитлера, Англия договаривалась с Гитлером. Значит, в принципе, Гитлер еще в 1933 году говорил, что надо с англичанами договориться так, что германский флот будет третий от английского. 18 марта 1935 года, как я уже много раз в разных контекстах упоминал, Гитлер вообще заявил, что он Версальский договор не будет соблюдать ни в каких формах вообще. То есть все, он говорит, что хотите, делайте, короче, все, плевали вообще на Версальский договор, на всех пунктах Версальского договора. То есть там договор предполагал всевозможные ограничения вооружений Германии, там демилитаризованную Рейнскую зону скоро Гитлер оккупирует, выплаты каких-то репараций, репарации уже давно не платили еще до Гитлера. Все, теперь на все ограничения по вооружениям Гитлер плевал, официально заявил, он и до того, короче, фактически их не соблюдал, и теперь уже официально заявил. Но, тем не менее, вот как все страны начали немедленно против Гитлера договариваться, я говорил, да, пыталась там Франция, Италия, Англия, с другой стороны Франция и СССР, все это, в общем, подрывало Гитлера. Дело в том, что ну, ему же надо было время на вооружение, если немедленно сейчас вот все нападут, допустим, Франция и СССР с двух сторон, еще и Британия поддержит. Гитлер точно не выдержит, потому что он только-только, короче, отменил все ограничения, ему нужно было создать армию, по крайней мере, вот 4 года до Первой мировой. Кроме того, Гитлер своим рассказывал, что они вообще, короче, всего, что надо, они всего достигнут просто угрозами, просто на понтах. Вот они армию восстановят, а потом будут просто всем хамить. И за счет просто хамства они получат там Австрию, часть Польши, населенную немцами и т.п. Все. Ну и, в общем-то, у них какое-то время получалось. Даже они там Чехию просто на хамстве захватили, да? Ну вот. Но дело в том, что хулиган – это позиция слабая. Хулигану рано или поздно бьют по морде. Поэтому, как всякий гопник, он сочетал Гитлер хамство, так сказать, с хитростью и пытался договариваться. Как известно, у нас все хулиганы, когда их поймаешь, да, они тут же у нас все отрицают и говорят, что они вообще хорошие люди, но на них все нарывались. Ну, в частности, самый сильный дяденька была Великобритания, да, и с ними вообще, короче, Гитлер решил на них не нарываться, наоборот, дружить и заключить с ними договор, а нарываться, допустим, на Францию, там, или на Советский Союз, там, или на Польшу, на кого-нибудь послабее. Ну, значит, с 4 по 18 июня 1935 года прошли англо-германские переговоры в Лондоне, где они договорились, так как Англия проводила политику умиротворения Гитлера. Значит, Англия официально признала, что Версальский договор денонсирован, и Германия его соблюдать, может его не соблюдать. То есть Англия не является больше гарантом Версальского договора. Однако по поводу военно-морского флота, который больше всего Британию интересовал, так как они на острове, и у них был самый большой флот в мире. Вот они договорились, что мощь германского флота может составлять не более 35% по отношению к совокупной мощи Британской империи. То есть вместо Версальского договора заключили новый договор с Британией, который выше позволял больше флота построить, гораздо больше флота построить Гитлеру. Подводки вообще равные, подводные лодки равные Германии и Британии. Ну и, в общем, в результате, фактически, тот флот, который они договорились с Британией, он был равен французскому флоту. То есть у Франции был флот слабый, и фактически Великобритания разрешила Гитлеру построить такой же флот, как у Франции. Не говоря уже про Советский Союз, у Советского Союза совсем слабый, гораздо больше, чем в Советском Союзе. Развернула Германия немедленно постройку линкоров, тяжелых крейсеров. Фактически 5 линкоров они построили, 2 авианосца, 21 крейсер, 64 эсминца. И все это, между прочим, будет воевать в основном против Англии в ближайшие самые годы, когда Вторая мировая война разразится. Все. Остальные все ограничения Версальского договора были отменены. То есть, и это Британия официально признала. То есть, Германия начала строительство авиации, танковых сил, которые все, естественно, разобьют вот-вот Францию, чего Франция обоснованно в это время боялась. Надо сказать, что это тоже все Гитлер, так сказать, пока он это строил, да, вот на вот эту мощность, он соблюдал. Как только у него мощности превысили, он просто уведомил Англию, что дальше он этот договор соблюдать не будет.
То есть 28 апреля 1939 года, еще до Второй мировой, Гитлер просто заявил, что теперь он не будет это соглашение с Англией соблюдать, и все. Но в таком порядке он и все международные договоры рассматривал, что это временные соглашения, только пока это нужно Германии. На Англию после этого накатывала Франция и Италия. Во-первых, с Францией и Италией вообще не разговаривали. Во-вторых, только что с ними был какой-то союз против Гитлера, который Англия немедленно развалила заключением этого договора. Далее распространенное обвинение, что именно вот этот англо-германский морской договор, Англия фактически узаконила перевооружение Германии в нарушении предыдущих всех договоров. То есть система международной безопасности была основана в 20-е и 30-е на сдерживании Германии. 35-й год окончательно это все отменил. Сильно разорялись наши, СССР, который не имел флота нормального и только-только начал создавать более-менее тяжелую индустрию. Литвинов советский заявлял, что англичане штрикбрейхеры, то есть люди, которые предали забастовку, дескать, весь мир объединяется против Гитлера, англичане нас предали. Также Литвинов считал, что это фактически союз между Великобританией и Германией. И примерно тех же, кстати, позиций японские политики придерживались. Надо сказать, что в самой Британии были фашисты, как я рассказывал. И немецкие фашисты вели пропаганду единства германской расы. Надо сказать, что расисты США тоже считали, что именно вот англосаксонская раса высшая в мире. А так как они, в принципе, германцы, то вот получается у всех расистов, между прочим, в ключевых странах, вот расисты США, расисты Британии и расисты Германии, которые вот как раз Гитлер-то и являлся главным расистом Германии, они все сходились на том, что якобы вот германская раса какая-то, по большей части ими придуманная, она и является высшей расой в мире. И наклевывался, если все вот эти расисты бы развернулись хорошо, если бы антифашисты этот вопрос пропустили, то был бы союз США, Британия, Гитлер против остального мира. И вот этот договор, многие, допустим, в СССР считали, что это начало такой фигни, потому что как раз идеологию-то они вот такую прогибали, что высшие это, значит, англосаксы плюс немцы, высшая раса на всей земле, да, и они должны господствовать, соответственно, должны, по идее, заключить союз, да. Но дело в том, что в США, во-первых, левые были у власти, Рузвельт, да, там вообще с расизмом, расизм постепенно сходил на нет, да. В Великобритании тоже в основном либералы, либо левые, и, в общем-то, расисты ни в Британии, ни в США не победили, да. Но зато они давили в Британии на правительство, и в Британии просто капиталисты основные не хотели никак воевать, и думали, что вот Гитлеру разрешат то и сё, и он постепенно успокоится. Всё. Далее у нас также имеется договор Хэумэдзу, это японско-китайский конфликт, который развивается параллельно, но скоро они все сольются. Кстати, Сталин предсказывал, что они скоро сольются. Тяжелая ситуация в Европе с японо-китайской ситуацией. Это сталинские пророчества были, оправдавшиеся. Значит, как я уже говорил, были захвачены Маньчжурия, несколько провинций, и Жэхэ японцами, где они провозгласили независимое государство Маньчжоуго, напоминавшее Монголию советскую, то есть протекторат японский, который числится независимым государством. Ну, про эти вопросы я уже рассказывал. Надо сказать, что продвигались дальше. То есть был вроде как заключен, перемирие было заключено, по которому Япония, так сказать, дальше не будет продвигаться, но фактически она продвигалась. В частности, Япония имела армию в Тяньцзине. Это порт возле Пекина. То есть прямо вот в районе Пекина она имела армию с танками и так далее. И там они, естественно, имели своих людей среди китайцев. Япония активно там действовала также подкупом. И в условиях вот этого всего гоминдановского, рыхлого, коррумпированного правительства это все было возможно. Значит, там у них была местная служба новостей в Тяньцзине, которая прицельно работала на японцев и херачила японскую пропаганду. Руководителя этой местной службы новостей убили гоминдановцы. Ну, то есть местные, короче, националисты, хотя Гоминдан официально заключил перемирие с Японией, многие китайцы были недовольны, поскольку только что прошла гражданская война и революция, они буквально действовали террором. И эту суку, которая там предалась японцам, они просто убили нафиг этого журналиста. После чего японцы подали официальный протест генералу Хэ Инцинью, который контролировал Пекин. В частности, они потребовали увольнения губернатора провинции Хэбэй. Хэбэй – это, собственно, вот пекинский район. Да? Прекращение гоминданом любых политических выступлений в Пекине и Тяньцзине, то есть любой антияпонской пропаганды.
отставку мэра Тензиня, там шефа полиции, который не расследовал, вывод, короче, войск Гоминдана из провинции Хэбэй, расформирование всех антияпонских организаций на территории Китая, прекращение антияпонской пропаганды на контролируемой Гоминданом территории. Естественно, поймать убийц главы службы новостей и посадить их, а также заплатить кучу денег родственникам погибших. В подтверждение этих требований японцы ввели свои танки в Пекин, устроили там марш танковый прямо перед зданием китайского правительства и всячески угрожали немедленно начать войну. Причем они как бы сразу угрожали и сразу демонстрировали, что они начнут, потому что на Востоке недостаточно. Там все что-то угрожают. 7 июня уже, короче, Квантунская армия Японии начала переход через Великую Китайскую стену вот в целях оккупации Пекина. И никаких серьезных войск у Чан Кайши в Пекине не было. Более того, он в это время интенсивно воевал с коммунистами. Вот Мао Цзэдун заявил, что он северный поход устроил, чтобы воевать с японцами, но на самом деле именно северный поход Мао Цзэдун это был удар в тыл Чан Кайши, и он не мог как раз, и одновременно напали японцы фактически вот в это время, вот то, что я описываю, фактически это нападение японцев, да, японцы ввели танки в Пекин, тыры-пыры, а вот из-за того, что фактически в тыл ударил Мао Цзэдун и наступал как раз на север, туда же, в район Пекина, и Чан Кайши пытался его остановить, может он Пекин возьмет Мао Цзэдун, вот из-за этого, короче, Чан Кайши ничего не смог сделать против японцев и просто капитулировал. То есть продлили, короче, в перемирие, да, на все эти требования согласились, фактически Япония захватила провинцию Хэбэй и там устроила автономную зону Северного Китая. То есть фактически сдал просто Пекин им, короче, блин, Чан Кайши. Вот. А коммунисты, да, продолжали наступать и ничего, в общем, особенно с ними не было. Это перемирие на новых условиях продолжалось до 7 июля 1937 года, когда все равно Япония начала войну с целью захвата всего Китая. Закончилась в июне 1935 года Чагская война. Я рассказывал о Чагской войне в сюжетах 1934 года и 1933. Нет, даже 1933 я кончил в конце 1933. Ну, значит, надо рассказать за 1934 и 1935. В конце 1933 года, как я уже говорил, было заключено 20-дневное перемирие. Парагвай думал, что он разбил боливийские войска, и за 20-дневное перемирие Боливия восстановила войска и продолжила оборону. Однако наступать Боливия уже была не в состоянии, несмотря на то, что Боливия богаче, у них были самолеты, танки, но парагвайцы все равно вот за счет своего владения местности и за счет своего патриотизма выбивали боливийцев с территории Чако. Ну и в принципе весь 1934 год это медленное наступление Парагвая, тем не менее, хотя Боливия мобилизовалась и дальше могла еще полтора года воевать, но в целом она отступала. Ключевые моменты – это прорыв линии Магариньос, то есть боливийцы сделали линию оборонительную и думали, что Парагвай не прорвет. Тем не менее, уже 11 февраля парагвайцы прорвали. Дальше, значит, была битва за Каньяда-Тариха 20 марта 1934 года. Это штурм различных укреплений боливийских. Ну, Каньяда-Тариха хорошо прошла, окружили два боливийских батальона, захватили все боеприпасы, боливийский полк полностью сдался. Это все вызвало жуткие всякие, в Боливии жуткие протесты, типа мобилизовали кого попало, и они там на фронте сдаются. Дальше Каньяда Стронгес 10 мая прорвали, но, значит, попытались их окружить, там все-таки они вышли из окружения, однако порядка 1500 солдат все-таки сдалось в плен. В этом плане все-таки это самое, вроде как считалась определенная победа. Ну, то есть, это самое, попытались окружить, боливийцы попытались окружить парагвайцев, которые наступали, вот. Что-то я, наверное, путаюсь. Значит, Каньяда Стронгес. Парагвайцы наступают, боливийцы попытались их окружить. Парагвайцы вышли из окружения, но 1500 пленных было и посчитали это победой. Вот. Однако парагвайцы с летом перешли в наступление на форт Боливиан. Огромные, значит, создали опять подразделение боливийцы, пытались организовать контрнаступление, но потерпели поражение. И форт Боливиан, вокруг которого практически все лето и осень шли сражения, где-то 16 ноября пал, опять с окружением форта, опять со сдачей в плен 7000 боливийцев и так далее.
После этого произошел некоторый переворот. Боливийские генералы арестовали президента Даниэля Саламанку, поменяли командование и все списали на предыдущее командование и продолжали войну. Однако продолжали наступать парагвайцы 5 декабря 1934 года, битва под Иридагуэ, где всю вот этот боливийский кавалерийский корпус, который считали непобедимым, его полностью, короче, окружили. И тоже они там все сдались. В плен 3000 человек пленных, 60 минометов захвачено, 11200 винтовок, 200 грузовиков и тому подобное. После вот этого поражения перед Иридагуэ, дальше все отступали боливийцы. Еще одно сражение под Ибибоба, где 1200 боливийцев в плен сдались. Ну и все, после этого уже, короче, парагвайцы вышли к горам Андам, то есть прошли регион Чака и уже продвигались на территорию непосредственно Боливии. Они уже наступали на нефтяные месторождения боливийские, 7 февраля 1935 года возле Вилья-Монтес атаковали. Ну, они были отбиты какое-то время, в принципе, март-апрель продолжались бои, 15 апреля парагвайцы взяли город Чарагуа. Несколько было контрнаступлений боливийских, но так, в общем, все было понятно, так уж. 12 июня, когда было заключено перемирие, парагвайцы были уже 15 километров от боливийских нефтяных месторождений. В качестве посредника выступила Аргентина. 1 июля 1935 года в Буэнос-Айресе был заключен мир, ну, по которому Боливия проиграла. Значит, вот этот вот регион Чака, за который воевали, 3/4 этого региона получил Парагвай. Ну и в настоящее время вся вот эта граница так и сохранилась. То есть сейчас граница между Парагваем и Боливией идет по результатам Чакской войны. Надо сказать, что они воевали, думая, что там нефть, но нефть там не нашли. И огромные потери за эту территорию, на которой не нашли нефть. Тут еще проблема такая, что у них тогда население небольшое было. Там все-таки начало 20 века. То есть в Боливии было 3 миллиона человек, они мобилизовали 210 тысяч человек. Из которых 60 тысяч были убиты, то есть если процент брать убитых к населению, то он выше, чем был во Вторую мировую войну у большинства воюющих стран. У Парагвая было 900 тысяч человек населения, мобилизовали 150 тысяч из них, 32 тысячи они потеряли убитыми при этом. То есть у них высокие потери были по отношению к общему населению. Парагвай вообще маленькая страна и с трудом отбился от большой достаточно Боливии. У Парагвая население более чем в 3 раза меньше, чем в Боливии было. Тем не менее, они отбились, победили этих боливийцев. И у боливийцев еще денег было больше, там у них нефть, все такое. У боливийцев была артиллерия хорошая, танки, самолеты. Тем не менее, победил их Парагвай. Ну, тут еще, значит, это современная война. Все-таки она где-то была в Южной Америке, но там отрабатывались различные... Ну, современная война для 30-х годов. Отрабатывалось, допустим, взаимодействие авиации, танков и так далее, автомобильный транспорт. Современные средства, в принципе, Парагвай тоже применял, какие у него были. Надо сказать, участвовали там европейцы, и даже вот командовали в основном, значит, немцы. Вот немцы получили определенный боевой опыт. В Боливии, допустим, немцы были, как правило, офицерами из Германии, и вот они как раз конкретно на конкретных этих боях обучались, как современной технике. В Парагвае было много белых офицеров, бежавших из России, в том числе 2 белых генерала. У них был опыт Первой мировой войны, и надо сказать, что под командованием русских парагвайская армия победила. Вот в парагвайской армии большей частью русские командовали, а в Боливии немцы. И в данном случае вот парагвайцы под командованием русских победили боливийцев под командованием немцев. Ну, там были русские эти иммигранты. Кстати, украинцев тоже было много там. То есть командовали парагвайцами также украинцы многие. Ну, иммигранты из послегражданской войны. Много фильмов про это такая известная история и для Боливии, и для Парагвая, романов и так далее. То есть они там про это помнят, там у них Чакская война была серьезное событие. Несколько лет воевали, угробили кучу народа. Ничего, в принципе, не получили, там просто болото, за болото воевали. Нефти там нет. В июне 35 года создалось общество анонимных алкоголиков. Значит, протестантские секты боролись против пьянства, еще помнится в 18 веке активно. И периодически это им удавалось, но потом все равно, короче, пили. Эти компании всяческих сект, тут появится новая секта, она там начинает немедленно, чтобы все пить бросили, что в Англии, что в США. Напрямую нигде в Библии пить не запрещено, вот проблема-то в чем. Там, более того, есть отдельные тексты, которые можно интерпретировать так, что наоборот, можно пить и нужно, так как, естественно, это писали древние евреи, у которых пить было можно.
Однако почему-то английские и американские, особенно протестанты, сделали из Библии вывод, что пить нельзя. Кстати, вот баптисты тоже это иногда обсуждают. Баптисты – это же американская секта. Вот у них тоже, естественно, вот это вот все движение за трезвость приводит к тому, что баптистам пить нельзя. Но библейских оснований нет на то, что пить нельзя. И вот это они иногда обсуждают, помнится. С баптистами-то мне приходилось контачить. Ну так вот, значит, на базе всевозможных сект были общества, допустим, такая Оксфордская группа и так далее, которые пытались религией лечить от алкоголизма. То есть без применения медицинских средств, которых к тому же особенно тогда и не было, а чисто на разговорах. Вот. Но пошел период модерна, все эти секты выходили из моды и окончательно превращались в каких-то странных людей со странными речами. Поэтому анонимные алкоголики – это попытка создать внеконфессиональную какую-то организацию в Америке, которая, в принципе, методами протестантских сект боролась бы с алкоголизмом. Значит, основатели считаются американец Билл Уилсон, который был алкоголиком, полгода в больнице пролежал, там ему пить не давали. Он вышел, хотел очень сильно выпить, и встретился с доктором Бобом Смитом, который тоже был алкоголиком. Вот они поделились друг с другом, что они алкаши и что им все-таки пить надо бросить. Вот это как бы им помогло, то, что они друг с другом поделились, поэтому они решили сделать некое общество, где алкоголики будут друг с другом делиться своими проблемами, и это поможет. В принципе, это они отделились от Оксфордской группы, отделили, они оба были тоже вроде как сектанты, отделились от сектантской группы, решили сделать это внеконфессиональной. Вот новизна-то в чем анонимных алкоголиков? Что раньше борьба с алкоголизмом проводилась в рамках какой-то секты. В 30-е, по сути, уже в секты массово народ не верил. Ну, максимум имитировал, да? В секты верили расисты, блядь, которые выходили из моды. Ну вот, значит, вот 10 июня 1935 года Боб Смит последний раз выпил, и поэтому считается, что 10 июня 1935 года – начало анонимных алкоголиков. К 1937 году они собрали 40 участников, окончательно к концу 1938 года разработали идеологию и стали, в общем, массовой такой организацией. Порядка 2 миллионов членов к концу 20 века в 141 стране работали, издавали массовую литературу, ну и стали такой тоже частью культуры. Все знают про этих анонимных алкоголиков, правда, часто иронизируют. Ну, принципиально что тут? Это значит, некая группа собирается, рассказывает друг другу, жалуются на жизнь. В принципе, сейчас уже не надо собираться, сейчас интернет, сейчас, по-моему, эти группы сейчас в интернете должны работать. Я не алкоголик, поэтому не знаю, но я думаю, что сейчас они в интернете, да? Рассказывают все, делятся опытом. Вот. Потом у них есть 12 шагов программа со всякими абстрактными всякими этими пожеланиями. Вот они ее тоже выполняют. У них можно, допустим, наставник будет, то есть какой-нибудь выздоровевший алкоголик может по 12 шагам учить, как вот бросать пить. Ну, говорят, несколько месяцев у них проходит. Если кто-то вот в течение нескольких месяцев не пил, может сам потом стать наставником. Система, в принципе, именно протестантской секты, где тоже вот собираются какие-то там наставники, что-то вот такое говорят. Примерно тоже, но очистили от непосредственно конфессиональной принадлежности. Тем не менее, в этих 12 шагах Бог присутствует, в частности, вот цитирую, пятый шаг. «Признали перед Богом, собой и каким-либо другим человеком истинную природу наших заблуждений». Шестой шаг. «Полностью подготовили себя к тому, чтобы Бог избавил нас от всех наших недостатков». И седьмой шаг. «Смиренно просили Его, то есть Бога, исправить наши изъяны». То есть абстрактный некий Бог присутствует, к которому, тем не менее, обращаются действительно с молитвой об исцелении от алкоголизма. Что перед нами? Это богостроительство. То есть конструируют некоего бога, который ни с каким традиционным богом не совпадает, да? А некоего бога, который теперь у нас спасает алкоголиков. Про богостроительство я уже с разных позиций тут рассказывал, и как раз, да, в 30-е в условиях кризиса традиционных религий эта вся проблема обострилась и породила как новые секты, так и вот движения, в общем-то, научные, да, с попыткой религию использовать. Ну вот анонимные алкоголики где-то в этом контексте. Значит, по сути, бог умер, аграрный бог, еще в 19 веке, теперь уже, как говорится, вы молитесь своим богам, и боги, ваши боги все прощают вам. Да? Теперь бога надо придумать, раз он умер. Как я тут уже с разных позиций говорил, и с логических, и с исторических, слово «бог» в авраамических сектах типа протестантизма вообще ничего не означает.
Это просто туманная некая ссылка на нечто неопределенное, так как даже бинарные логики Аристотеля они к нему не применяют. Раз это никакой логикой не описывается, это ничто. Надо понимать, что они постоянно создают иллюзию, что, дескать, если мы можем к любой точке этого Бога привинтить, то Бог это все. Нет, если вы можете к любой точке, то это ничто. Потому что работает что-то конкретно, а если это как бы все, то оно не работает, значит. Ну, в принципе, я про это уже рассказывал, просто кратко пересказываю. Рассказываю про это много, так как религия представляет собой сейчас реальную опасность для науки и цивилизации. Ну вот, значит, как я говорил, еще в протестантских сектах, в принципе, Бог ничего не означает. Это ссылка на то, что тебе поможет непонятно что. В данном контексте и подавно. В данном контексте даже это очищено от какой-либо традиции. Каждый алкаш представляет себе Бога как хочет и думает, что Бог ему поможет. За это тоже критикуется. Упоминание какой-то мистики, которая якобы поможет без всякой конкретизации. За это критикуются анонимные алкоголики. Но анонимные алкоголики, тем не менее, распространились. Люди все-таки любят друг другу жаловаться. Помимо групп, собственно, анонимных алкоголиков, устроили группы родственников, там, друзей, которые тоже обсуждают проблемы. Сделали группы, допустим, для подростков, для детей алкоголиков и так далее. Потом на базе этих анонимных алкоголиков создали анонимных наркоманов, анонимных обжор, анонимных сексоголиков, там, видимо, анонимных анонистов, там, анонимных игроманов и так далее. И примерно вот в этом стиле работают. Научными методами не определена эффективность и сильно спорят. Вообще это помогает, не помогает. Есть позиция, что в принципе даже рассказывать друг другу о зависимости, наоборот, ухудшает зависимость. Да? Типа, как хорошо было, когда я напился. Часть действительно выздоравливает таким способом. Но дело в том, что есть много других способов психотерапии и лекарственной терапии. Четкой нет позиции, то есть в одних группах хорошо работает, в других плохо работает. Нет, я имею в виду, что нет четкого подтверждения, что вот эта терапия более эффективна, чем другие. Эффект определенный есть. В разных исследованиях получается разный процент выздоровевших. Ну, видимо, вот это именно из-за того, что тут некая личная работа, я думаю, что тут получилось, что раз это зависит от личных отношений, вот оно и получается. Если отношения сложились в такой группе, ну, вероятно, она помогает друг другу бросить. Да? Если не сложились, вот группа как-то подобралась неудачная, вероятно, не помогает. Вот. Поскольку тут как бы на субъективное отпустили, вот он субъективный работает. Я думаю, вот этим объясняется. Ну и у нас сейчас много других методов лечения алкоголиков, в том числе лекарственных, о чем я еще поговорю. Тут будет рано или поздно курс наркологии, курс фармакологии и так далее. Ну, как историческое явление, вот надо в 35-й год поместить, как историческое явление это проявление кризиса религии, потому что это парарелигиозными средствами пытаются алкоголиков лечить, и в явной форме тут упоминают некого бога, который никак не конкретизируется, это богостроительство. Вот. Ну и вот в этом плане и надо понимать, что-то похожее там на Юнга, который тоже по сути мистикой, выдаваемый за науку, что-то там пытался лечить. Про Юнга недавно говорили, про Фрейда и так далее. Вот в этом ключе их и надо рассматривать.